Так, кто не пристегнут? Так, выжимаю педаль тормоза, селектор переводим в режим драйв, движение от электромотора. Поехали! Перспективы радужные, вы сами видите, что машина хорошая. С учетом того, что сегодня европейского предложения нет, мало очень, а цены на машину достаточно высоки, я думаю, в ценовой диапазон попадет, будет пользоваться спросом. А история, что не надо каждый день ходить заправлять, мне прям вообще нравится. Это будущее, в любом случае, однозначно.